9 и 10 мая на открытой площадке у Центра культуры и досуга «Восход» не смолкала музыка. Ансамбль русских народных инструментов «Родник» к юбилею Победы преподнес свой подарок. Считаю, что у нас в городе прекрасно организована программа празднования Дня Победы. Прекрасные коллективы играют. И мне очень нравится, что это проходит на открытом воздухе, то есть все желающие могут послушать, приобщиться к хорошей музыке. Программа была основана на музыке 60-х, 70-х годов. Настолько великолепно, настолько чудесно праздник вот в душу запал, как никогда. Мы вот, будучи пенсионерами, посетили, наверное, все мероприятия. Одно лучше другого. Душа поет. Очень гордимся, что мы выросли, растем в этой стране. Выступление на открытых площадках – это только начало. С июня каждое воскресенье в парке Западный димитровградцев будут радовать городские творческие коллективы. Юлия Лаптева, Анжелика Барвинок. Наше время.